Добрый день, я Юнусова Екатерина. По профессии я дизайнер архитектурной среды, а живопись – это мое второе «я». Обожаю рисовать, для меня это второе дыхание, это выражение, это возможность перенести мой внутренний мир на холст. Представляю вам свою картину, называется она как раз «Дыхание». Вот. Вдохновение у меня всегда – это моя любовь к лошадям. И вот это вдохновение изображено на картине. Вот. Дыхание, потому что вся природа дышит, все вокруг дышит, все вокруг живет. Это картина для того, чтобы показать мгновение жизни. Спасибо.